Вот он, самый главный символ Греции – дерево оливы. Жидким золотом здесь называют оливковое масло. О том, как собирают оливки в Греции, какое масло здесь считается самым лучшим, как здесь заботиться об оливковых полях, сегодня я вам расскажу. Почему оливки собираются вручную? Дело в том, что кислород для оливок губителен. Поэтому, если дожидаться, пока они упадут на землю, соответственно, их кожица будет повреждена и внутренняя часть окислится, это не есть хорошо. То же самое, если бить оливки палками. Они опять-таки повреждаются, и кислород попадает внутрь. Поэтому, чтобы сохранить максимальное количество антиоксидантов внутри оливки и сделать из них максимально полезное масло, они и собираются вот таким дедовским проверенным способом. Плюс к тому, что из этих зеленых оливок на Халкидиках делается самое лучшее оливковое масло, они еще и составляют 55% всего столового запаса оливок Греции. То есть именно из этих мясистых оливок греки и делают маринованные оливки, которые подают к столу. И, кстати, здесь соотношение косточек к мякоти всего 1 к 6. То есть 6 частей вкусной оливковой мякоти и маленькая косточка внутри. Если вам никогда не доводилось пробовать оливку прямо с дерева, то могу вам сказать, что они очень горькие и несъедобные. Почему они горькие? Потому что в них содержится огромное количество полифенолов, натуральных антиоксидантов. И в самом лучшем масле, которое делается из этих оливок, содержится, ну, в лучшем случае, 2% этих полифенолов. Все остальные 98% выбрасываются. Это, пожалуй, самый дорогой мусор в мире, потому что, когда полифенолы извлекаются в специальной химической лаборатории, их стоимость 2000 евро за 1 миллиграмм. Вот такие они, оливки. В чем вопрос? Если оливки по сути своей такие горькие, то как древние греки додумались их употреблять в пищу, промариновав сначала? Оказывается, они экспериментировали с солью. Все началось с рыбы, ее научились засаливать, чтобы дольше ее хранить, а потом подумали, почему бы не засолить оливки? И им повезло. Дело в том, что химический состав оливок таков, что чем больше их засаливаешь, тем больше горечи вытягивается солью из оливок, и тем слаще они становятся. Но времена меняются, и в производстве всего и вся появляются новые технологии. Сегодня, например, уже никого не удивить умными домами, умными телефонами, умной системой освещения. А вот в Греции, я надеюсь, уже совсем скоро станет реальностью умные поля. Потому что с 2014 года здесь, на Халкидиках, и только во всей Греции реализуется такой проект Intelligent System of Agriculture. То есть система умного поля. Вот это, например, часть этой системы, это метеорологическая станция, которая сообщает хозяевам этого поля, откуда ветер дует, откуда прилетят насекомые, которые могут навредить деревьям. И таким образом приходит смс-ка, и хозяева отправляются на поля, чтобы защитить свои деревья. Это буквально как будто они растят маленьких детей, на каждом этапе защищая их от вредителей, от болезней, от вирусов и прочих неприятностей. А вот эта белая штука называется сенсор почвы. Он уходит на метр вглубь и постоянно берет анализы почвы. И если почве чего-то не хватает для того, чтобы оливковое дерево хорошо плодоносило, оно тоже отправляет смс-ки и говорит, например, мне не хватает такого-то удобрения. И, соответственно, приезжает хозяин, и дерево это удобряет. И тот метеорологический датчик, и этот датчик, и даже вот этот датчик, который считает влажность воздуха, все это позволяет в итоге сократить затраты на содержание этих полей, на выращивание оливок. И это все влияет на конечную цену продукта, что в итоге интересно нам, потребителям. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы масло и оливки были мало того, что вкусные, еще и очень качественные и недорогие.
Είμαστε περήφανοι που με αυτή τη μοναδική τεχνολογία μπορούμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα και στη Χαλκιδική στα προϊόντα την υπεραξία που τους αξίζει. Αγουρέλο Χαλκιδικής παράγεται από τέλεια πράσινη ελιά με ιδανικές συνθήκες ελαιοποίησης, οπότε είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πάρα πολύ υψηλές πολυφαινολικές ιδιότητες, έχει αντιγυραντική δράση, έχει καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες, νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Είναι ένα προϊόν, όπως λέγανε οι παππούδες μας κάποτε, σαν φάρμακο. А где же купить такое прекрасное масло, спросите вы. Ну, например, в торговом центре «Энигма». Здесь вас ждет отличный выбор разнообразного масла и закусок из оливок. И помните, что лучшее масло – это все-таки свежее масло. Поэтому приезжайте в Грецию на Халкидики каждый год за новой порцией отличного оливкового масла.